Сейчас следующий дрил такой наш захватнический. Сейчас мы также в непрерывной цепи, друг за дружкой, отрабатываем одно и то же движение, симметрично, на левую, на правую руку. Можно надеть такие типа отягощения, но пока техника не наработана, лучше ее не надевать, отягощение. Потому что как бы и так все корявенько, да? Вот сначала надо научиться делать правильное движение. Сейчас за голову одной рукой, да? У вас водили одну ручку за голову, да, левой рукой, смотрите движение. Группированная позиция. Левой рукой, своей левой рукой, припадки его кисть. Не предплечье, а почти запястье кисти. Причем большой палец не участвует в работе. Просто как крючком. Крючком зацепились, все. Локоть не торчит сюда, хотя интересная идея, да, возникает? А вниз опущен, вот сюда. И теперь работаем плечами с движением. Я плечом срываю и подбиваю его локтевой сустав, плечом туда сбиваю. Захват остался, видите, здесь. Сразу идет движение правой рукой, Коля. Захват здесь. Правой ручкой. Накладочку сделал. Накладочку. Не захват, большой пальцы не засовывайте. Накладочку. Левым плечом сбил. Пошла правая, левая рука. Сбил. Здесь основное движение это плечи. То же самое можно делать без рук. Вот плечом сбить. Плечом. Просто когда вы делаете рукой, движение получается более надежное, он же руку никуда не уберет. Вы ее прижимаете и сбиваете, причем движение более мощное. К тому же вы сразу опять же держите контроль, как и в предыдущем упражнении. Держите контроль, и здесь вы можете вывести равновесие, также продолжить какую-то атаку, там, коленом локтем. Но сейчас ваша задача, да, не думать о продолжении, а думать о начале. Вас схватили, вы сорвали. Очень важный момент, вы не должны наклоняться вперед. То есть, в принципе, это-то как раз он добивается. Вас наклонить, там, ударить колено, просто сдернуть вниз, там, перевести, чтобы вы упали. Поэтому спинка прямая, смотрите на него, шею напрягаете сюда. И вот работаете с такой дроу. Дальше, голову не отклоняем в сторону. Если голову отклоните, вы руку не снимете. Поэтому вот здесь, раз, два, прямая, видите, как голову без лома. Как болевой прием, как сам называется, узел плеча наружу. Видите? Поэтому, когда будете в паре отрабатывать, начинайте плавно сейчас работать. Если вы резко сделаете, можно так, в принципе, травмировать плечевой сустав. Да? Аккуратненько, еще раз. Разбили, разбили. Здесь главное непрерывно наработка и работа плечами. Плечами. Ну, немножко ушами. Ноги брать внимание. Отсюда. Вас хотите не просто придержаться, да? А вас водили. Подтащить, столкнуть, так далее. Поэтому сразу вот, позиция устойчивая. Положили ручку, подсели, сбили. Видите? Давайте дальше сюда прошло, вы там за форму на ногах сидите. Смотрим видео, ставим лайки, делимся с друзьями.